Привет, дорогой друг, добро пожаловать на мой канал. Я Лизан Кобзон, а мы продолжаем развивать свой муравейник. Очень на самом деле музыка играет, все, я слышу, но может у меня как-то тихо просто. Все, приполнены. Ой, я на самом деле очень давно не играла в муравейник, мне кажется, неделю или даже больше. Только всего вдруг накинулось, в смысле того, что и так много видосов, потом еще одна игра впихнулась сюда. Мы закончили на том, что я за кадром пополнила еду. И теперь у нас второй муравейник. Что будет, я не представляю. Опять, видимо, будем... Perhaps it is time we began. А колония заметно продвинулась. Думаю, пришло время приступать ко второй фазе эксперимента. Согласен, я подготовлю кормовые колонии. Блин, опять я останусь одна на один с этим психопатом? Let's ease them. Для разминки начнем с чего-то им знакомым. 20 муравьев. Introduce 20 formica fusca ants. The fusca colony is attached. Колония присоединена. Муравьи уже переползают. Боже мой. Я их помню, вы не волнуйтесь, я ничего не забыла. Абсолютно ничего, ни одного вот какого-то... Боже. Даже никто не умер. Жесть, мне кажется, здесь вижу, они не утратили свои силы. Теперь попробуем муравьев фура, куда более агрессивны. Нашим рептерам придется постараться. Выпускают 20 муравьев. Женщина, только не уходи, пожалуйста. Только не уходи. Я одно от тебя прошу. И снова наши рэпторы нейтрализовали угрозу королеве. Хорошо, продолжай эксперимент в том же духе, но не переусердствуй, женщина. Пожалуйста, естественно, с моей стороны, это было безответственно. Вот именно! Ты безответственный, я уверена. Выпускаю 40 муравьев. Руфа. Ребята! Ну отлично, мои хорошо держатся, хорошо. Кто-то вылупился. Превосходная защита. Понятно, что превосходная. Ты так мало мне насыпал еды, увеличим до 50 муравьев руфа. Интересно, 200 особей будет? Да блин, у меня глазик залип. Давайте посмотрим вообще, что здесь вокруг. Вон очки лежат. Ну, это понятно. Формикари, рэпторы. И что-то еще. Кружки. Отлично, отлично. Конечно. Стоп. А стоит ли вмешаться в ход вещей и помогать колонии? Может быть. Но я сегодня добрый. Быстрее, мои маленькие муравьи, собирайте семена. Да ни хрена лысого я выйду. Добрый он сегодня. Теперь посмотрим, как мы справимся со вторжением руфа и фуска. Начнем с рецепции каждого вида. Уже 60. Уже 60. Интересно, сюда будет, он будет этих вот пауков пускать? Как мы уже встречали на берегу. Жесть их поливает, конечно. Изумительная победа. Сразу на двух фронтах.
Возможно, в этот раз стоит попробовать сразу три колонии. Как, кто еще? Выпускаю по 30 особей Руфа, Фурка и Рептор. Моих же? Красные, черные и... Красные с черными попками. Тут всего три входа. Жесть, толпа на толпу. Все, пошли вылупления. Пошли вылупления бесконечные. И сюда. Ты, от... Господи, реально, отлично, отлично. Небольшая помощь перед грядущим. Быстрее собирайте их, быстрее, быстрее. У него реально, ну, типа, вообще вот адреналин прямо пыхчит, как будто он там на поле боя, а не сидит, просто сверху наблюдает. Интересно, справятся они с непрерывным потоком противников из трех колоний сразу? Давай что-то, ну, как бы, посолиднее. Что это такое? Я пока ты тут выпускаешь их, я себе все волосы съем. Решила не закалываться. Надоело мне с хвостиком. Если бы небольшие... Блин, вы хорошо справляетесь, моя отважная рептор, но что я вижу, сбывает гигантский жук-скакун. Это что было сейчас? И еще один, еще, нет, целых три жука-скакуна. Какого черта они такие гигантские? Жесть, они как пролезли там? Вау. Они даже не успели ничего сделать, они просто сдохли. Они просто пришли и умерли. Я хотела рассказать, я думала, ничего серьезного не будет, а тут это самое. Я хотела сказать про наушники, я бы с удовольствием сидела с маленькими, которые просто вот в ушки вставляются. Но когда я начинаю разговаривать, у меня начинает как-то жутко болеть голова из-за того, что у меня, ну, типа, вакуум в ушах. Вот, и я разговариваю, и болит, начинает прямо, видимо, давление в голове начинает подниматься, и, короче, вообще не прикольно. Я попробовала так один раз, мне не понравилось. Поэтому вот только такой вариант. Либо какие-то другие наушники, которые не вставляются в уши. Ну, типа, не вакуумные. Ну, блин, это... Сейчас наушники вообще вот... Плохой выбор. Кто это? О, боже! Десять жуков! Они сейчас убьют всех этих! Блин, там беспрерывный поток, они не смогут. Ну все, они эти сдохли. Королева опасна, не стоит прерывать эксперимент. Блин. Я надеюсь, что эти смогут их побороть хотя бы немного. Queen is in danger. Perhaps I should stop the experiment. Её половина жизни. Ну вот как их? О, бегут. А, он прервал эксперимент. Да блин, ну вот как это? Victim to the Rufus Fulvic acid spray far too quickly. Блин, она тогда что нам? Healthier colony. Very well. Purge the formicarium. Ну, вон они сдохли все. Это нечестно. Блин, сейчас. Надо тогда... Блин, надо было... Я не думаю, что... А, ну хотя если их разделить... Вот этих перетащить сюда и оставить после того, когда... Точнее, да, вот так сделать. Так, запускайся пока, сейчас. Нужно будет их отвезти... Перед тем, когда будет беспрерывный поток. Им же можно сказать не бить. Правильно, им можно было сказать не бить.
допустим, этим запретить нападение. Да. А это что, собирание врагов? The Fuska colony is attached, and the ants are on their way. Вот, это мысль, кстати. Но я не смогу сейчас этих всех разделить. А, ну если я только вот здесь вот убью. Зачем? Или где-нибудь здесь? Блин. I see they haven't lost their potency. Now let's try the Formica rufa ants. The rufa will be more aggressive. Our raptors will need to put up a strong defense. Adding 20 rufa ants. Начинается, а? Ну вот что такое-то? Так все прекрасно шло, но вот эти, зачем они внутрь так вбегают? Они что, не могут при входе постоять? Once again, our raptors have neutralized the threat to their queen. Good. Continue the experiment as before. But don't push the colony too hard. Of course not. That would be irresponsible. Да давай, Introducing 40 rufa ants. Надо будет сейчас поэкспериментировать. Будут ли они атаковать, если им запретить, ну, вдруг вот, или они пока не добьют тех, кого бьют, они не будут. Вы вообще сейчас достанете? Они вообще, а, теперь стреляют. Давай, если я сюда их пошлю. Вот это, вот мои стреляют. Я запретила им. Все, они не стреляют, они могут идти сюда, правильно? Давай, я сейчас сразу проверю. Вот, все, они уходят. Excellent defense. Ни хрена, вот и, а... Я не очень понимаю, где они. Где они, а где не они. Все, хорошо, я поняла. Их можно будет отозвать, ну, потому что этих отзывать это очень опасно, потому что тогда... Или мы можем просто где-нибудь тут столпиться. Давайте мы просто отойдем назад. Правильно? Блин, да они уже все здесь. Надо было раньше думать. Они все очень медленно делают. Сейчас когда они уйдут, и мы отодвинемся назад. Все. Good, good. Good, 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 да. Даже вот сюда лучше, чтобы... вот эти вот, они же ходят вот тут. Generous. Collect your seeds swiftly, my little ants. Иди в жопу, а? Добрый он. Now, let's see how they handle the roofer and the Fuska invaders. We will start with 30 of each. Жесть, они пошли. Блин, ну это хрень. Это какая-то хрень. A wonderful victory on two fronts. Лучше пусть тут стоят. Perhaps we should try three colonies this time. Introducing 30 of each. Rufa, Fuska, and Raptor ants. Там тоже кто есть переписующий? Good, good. A little helping hand for what comes next. Collect it quickly. Faster, faster. Hmm,
I wonder Давай, непрерывный поток. Against a sustained flow from all three colonies. Let's see. Блин, я все-таки их... Нет, не буду. Давайте так попробуем. Потому что там сейчас еще эти придут. Вы не будете стрелять или что? Well, my intrepid raptors, but what's this? A giant tiger beetle has joined the fray. Давай еще пауков этих жуков. And another, and another. Три жука, давай. Эти уже маленькие. Ну, они уже все померли. Они не успели даже ничего сделать. Что, я думаю, уже можно? Где же они? Будут они тут пробегать? Я не сразу ко мне. Но нет, вот они падают. Good work, my little ants. But what's this? Давай. One, two, three. Супер, 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 супер. Супер. Прекрасно. Убивайте вот по одному. Давайте, все. Так, 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 так. Этих не убили, смотрите, или они вылупились. А что ты лечишься-то? Все? Нет, еще один. А теперь все. Правильно? Больше нет никого. Давайте сюда обратно. Или лучше не надо. Сидите вот здесь пока. А то еще сейчас выпустит. По ситуации будем смотреть. По ситуации. Потому что там нормально держит в обороне. Кольцо не падает. О, все? Yes, victory to the raptor. Да-да, победа за репторами. Что тут происходит? О, да, наша колония превосходно справилась с фурой. Только что они побороли целых 40 муравьев. 40, мне кажется, пока хватит. Значит, это станет слишком большим стрессом для них. Полностью согласен. Где ты был на первом? Мне нужно маточное молочко. Или нет, больше территории. Сейчас мне нужно больше территории. Это что такое? Это все мои противники? Продолжаем убивать за Формикармикс. Эксперименты пока стоит остановить. Понял. Пока хватит экспериментов. А это что? Ну, я поняла, это все... несколько рэпторов не помешают. Что?! Боже, да я натыкала! Я больше не буду, ладно? Так, мне нужно сделать... Мне нужно сделать, вот, наверное, сколько у меня? Один отрядик. Хотя, может быть, я для какого-нибудь другого отрядика.
Ну да, это надо для следующего. Что у меня будет, вот для этих, например. А солдаты отличаются особо крупным размером, чем привлекают все внимание противников. Значит, это вот это зеленый? Это мой? Вряд ли. Вот эти красные на большие. 300 молочка, а эти? Сколько стоит? 500. А, муравьи дешевые для они атак. Для атак используют жвалы и жало. Ладно, посмотрим. Тут я пока вырыла. А пока что мы отправимся вот сюда. Куда? Переселение колонии. Этот контейнер пригоден для дальнейшего использования. Время пришло пересечь колонию. Все постройки будут потеряны. Взамен вы будете награждены маточным молочком в количестве пропорциональным размеру и обустройству колонии, накопленных ресурсов и территории. Ну, в принципе, ну, у меня не было. Конкурирующая колония прибыла. Можно начать с финального эксперимента. После этого нужно утилизировать образцы и завершить проект. Пора начинать перемещение рапторов в блочном формикарии. Но будь предельно осторожен с королевой. Да-да, я умею пользоваться совком. Каким совком? Когда я переселяла, никаких совков не было. Победа. Переселение колонии. Ну, потому что что нам делать тут? У нас нету никаких этих... завершить project. Проект, еще чего. Вы это слышали? Он псих! Никакой не финальный эксперимент. Это моя колония. Я сам решу, когда проект будет завершен. Это моя колония. Сам решу, когда проект будет завершен. Вот ваш новый дом готов. Простите, быстро, быстро, мои маленькие. Вам предстоит многое сделать. Королева и несколько рабочих были перемещены в новый формикарий перед началом следующего эксперимента. Вы потеряли всю территорию постройки в гнезде и пищу, но взамен получили маточное молочко. А все ранее приобретенные усовершенствования остались. Слава богу, боже. И где мы? Куда он нас дел? Он просто забрал их. Другой какой-то переселил нас просто. Какая-то башенка. Хоть бы еды насыпал! Что за черт? Он даже еды им не дал! Боже мой, что это? Почему тут два? Цифры два. Ой, я могу открыть этих, да? 500. О, он мне дал новых. Или нет? Нет. Так, выбрать вариацию. Отвлекающие золотые муравьи. Или какие тоже отвлекающие? Так, ладно, отвлекающие, а, оглушающие. А, отвлекающие солдаты, улучшенные до третьего уровня солдаты при низком здоровье, получают бонус к защите на 4 секунды. Восстановление через 15. Оглушающие солдаты, улучшение третьего уровня, солдаты наносят противникам оглушающий удар, который вдобавок к эффекту оглушения замедляет противников. Мне кажется, ну, тут выбор очевиден. Подтвердить. 50, 60. Мне кажется, это можно еще... Нет, подожди, сюда. Опасность. Получаемый урон увеличивает скорость атаки. Так, секунду, а тут? Яд нас против 66 единиц урона за полсекунды. Добавляет к атакам... Ну, за полсекунды. Да. Тут, тут разное, значит, самосохранение. При попадании, при падении уровня здоровья ниже отступают. Это бред. Вне боя восстанавливают. Это тоже бред. Печально. Ладно, сюда тогда скорость и снижаемый урон. На 50%. Блин. Скорость, это, ну, в принципе, вот здесь вот сложно выбрать. Я бы и то выбрала.
Ну пусть будет опасность. А у нее что? Ладно, это хрен с ней. А, тут уже не 200 маточку, а тут 100. Весь получаем урон меньше на 3 единицы, но не меньше 0,5. Максимально получаемый одним ударом. Максимально получаемый одним ударом урон у меня? А, ну вот это лучше, наверное. А с этой стороны... На находящихся в поле действия этого эффекта существа отражают 30 урона. Находящиеся в поле действия этого эффекта существа получают... Мои ли все? Вот и думай. Ну, модерно... Блин. Ладно. А это что, если нажать? Скорость движения... А... Так, а тут что? Ой. А, о боже. А, тут вообще все заново. Тут опять прилив, сбор урожая. Ну, на чем новый дом? Тут все то же самое будет, мне интересно. This Formica Fusca Queen эта королева основала свою колонию под гниющим бревном, она толстая и уязвимая. Мне кажется, что как-то Her first brood will need to move quickly if the colony is to survive. Their priority now is to find самая карта. Вот здесь вот я все время погибала. Но поблизости другие. Блин, серьезно, тут надо просто то же самое делать. Это странно. The ants have encountered a pocket of woodworm. These defenseless weevil larvae will make an excellent meal for the colony. They will be butchered and carried off for processing. Это очень странно. Хватит. Так, мне, кстати, в чате, в смысле, в комментариях сказали, что лучше строить сотами. Давайте попробуем строить сотами. Так. Это как? Я уже что-то не так начала делать, правильно? Соты это... Ну, носите! Еду-то можно как-то принести? Что там? То есть это вот так. Или нет? Ну, сота, это одна сверху, потом две. Ну, так, здесь же так нельзя. Типа... Или вот сота. Вот сота. Вы тут все принесли? Опять ждать вот чего-то. Вот, ну вот это бред. Почему нельзя сделать, ну как-то, ускорение времени в этой игре? Можно? Вот это сота, правильно я понимаю? Тут все равно нет ни хрена еды. Вот я смогу двоих убить? Поздно сделала, погоди. Там эти дурачки не прибежали. Все, давай.
The workers have uncovered carnivorous larvae of Ochipus olens, the devil's coach horse. They are born ready for combat, with powerful slicing mandibles for chopping up their prey. They are still small, however, and must undergo a final pupation before their armor is fully developed. If the ants are fast, they should be able to overwhelm these critters. Мне кажется, тут то же самое, просто я не читаю, потому что мне кажется, здесь все одинаково. Predators are loose in the nest. The larvae must be protected. If the ants had disturbed the adult of these larvae, the outcome for the colony may not have been so fortunate. They must expand with caution. Так, получается, раз, два, три, четыре, пять, вот здесь еще, да, вот здесь. Блин, тут четыре их. А здесь три, надо сюда ехать. The colony is starving. Да понятно, there is not enough food to feed the new brood. Просто не очень ситуация получается, блин. Вот это надо чуть Predators are loose in the nest. The larvae must be protected. Вы просто включите на фоне, правильно? Будете. Вы же все равно не смотрите все это. Я для себя это снимаю. Как вот продвинуть свой канал, если ты снимаешь вот это вот? Ну, типа, кому это интересно? Это интересно только мне. Только мне. These wood lice will make a significant addition to the colony's larders, but they are clinging tightly to the ground. It's going to take some effort to dislodge them. Я делаю вид, что я знаменитость. Все меня смотрят, все меня ждут, все, в смысле не меня, а ждут выхода моих роликов. Но на самом-то деле вы сидите, если кто-нибудь сюда заглянет, такие, а у нее там 9 подписчиков. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ну вот этот способ мне правда в комментариях написали. Я не лгу. Вы можете зайти под вторую серию муравьев, и там все написано. Я не вру, ребят. Я правда не вру. Ну, там еще посоветовали, чтобы я делала разные, типа отдельно. Но, честно говоря, зачем? Чтобы каждого посылать в одну и ту же точку. Лучше уж пусть в одной сидят. Вот когда надо, да, я их разделю. Ну, в смысле, там будет другой чел просто. Другой вид, в смысле.
Кто-то по мне ползет уже? There are intruders in the nest. Давайте таскать еду свою. Я пока начну увеличивать ребят. Что, несете там, или больше ничего не осталось? Больше ничего не осталось. Значит, давайте сюда. Predators are loose in the nest. The larvae must be protected. Никого нет, лежит только еда. Супер. Как же они долго все это делают? Это просто какой-то кошмар. Почему? Потому что он рядом со стеной вот здесь. Почему здесь нет? Потому что нет стены. Но я в любом случае буду еще делать, потому что 21 вот для вот этого места это ничто, это просто нисколько. Ну где попает? Predators are loose in the nest. The larvae must be protected. Это карта быстренькая. There are intruders in the nest. Кто помер? Нам нужно просто забрать вот этого. Остался тут один человечек. Нет, слушай, давай тогда сюда. У нас все равно здесь все. Почему бы, собственно, и нет? Predators are loose in the nest. The larvae must be protected. Так, раз, два, три, четыре.
The colony is starving. There's not enough food to feed the new brood. Еды. Что ты сразу развопился-то, мужик? Хватит ли мне еды на это все? Вот это вопрос. Вот это вопрос, потому что здесь еще вот две. Ну тут они еще принесут еды. А тут нету, что ли? Вот тут только эти. Тут же было вроде по-другому как-то. Не в курсе. 99, давай. Значит, 3, 4, 5, 6, 7. Так, тут 6, 6. Все, вот и нет. Еды больше. Ну, одну можно где-то найти? Одну. Понятно. Ладно, сейчас соберем все, убьем вот этих, посмотрим, сколько останется. Потому что надо, чтобы осталось, чтобы они, если что, возродились и бежали обратно. Ну, в смысле, на вот эту вот войну. Predators are loose in the nest. The larvae must be protected. Отлично. Давайте сразу копать сюда. Блин, ну, на самом деле, что было 30, может быть, их. Почему я тогда не смогла их убить? А, ну хотя тут на среднем уровне. Я думаю, я их и так убью, потому что это средний уровень. Зайти по приколу на самый сложный. Ну просто так. Почему бы нет? Посмотреть. Ну, несите. Ну, от шестерок точно нужно избавиться. Чтобы вот тут... Вот. Да тоже, наверное, сейчас будет. И вот эту тоже. Да ну, несите. Ой, вон там еще одна, кстати, появилась. 6, тут везде 12, 12. Вот здесь еще осталось 2. Но, к сожалению, с ними я сделать ничего не смогу. Где там? Predators are loose in the nest. The larvae must be protected. Да, мне кажется, что здесь, а может быть, при сложной сложности там кто-то есть. Ну, в смысле, еще такой большой. Надо будет посмотреть. Сколько там еды? Увеличить еще двоих сделать или увеличить этих? Я думаю, что нужно все-таки как-то так сделать, все-таки, чтобы было поприятнее. Да, вот здесь сразу. Вот это сразу. И вот эти две сразу. Вот. Чтобы хотя бы вот шестерок не было. Ну чё? Сюда. Давайте сюда. Беги, последний.
Беги сюда скорее, ты там один остался, давай. Запоздалик. А ты куда? There are intruders in the nest. The ants have stumbled into the path of a fully developed devil's coach horse beetle, and it's hungry for breakfast. The beetle is almost four times the size of a black ant, and protected by thick plates of external armor. Whilst it bites at the tiny defenders, it sprays foul-smelling secretions from the end of its raised abdomen, disorientating the ants. The devil's coach horse is dead. Its corpse will provide food to support dozens of new brood. This Formica fusca colony has now established itself as a rising power in the undergrowth. Soon their territory will need to expand above ground, where new challenges await. For the time being, however, the queen is safe. И чё брать? Блин, ну нужна мне ли нужна? Тут 18, 10, 10. 800, 1500. 26, 26, 46. Они и там дают как бы эту сам. Мне кажется, выгоднее всего брать молочко, потому что оно... Нет, когда вы все прокачаете, да, после этого брать молочко нет смысла, брать... есть смысл брать... ну, либо территорию, либо еду. Но мне кажется, потом брать территорию на конечный... этот самый нужно брать еду. Что тут надо было сделать? На невероятный... Не туда смотрю. Не улучшая солдат. Ну, вообще, это числится как... 17 минут. А мы сейчас сколько играли? Кто-нибудь записывал? Ну, блин, мне кажется, это нереально. Ну, типа... Серьезно? Как дела у колонии? Королева ведет себя интересным... А откуда здесь она появилась? Ну, типа, чел нас переселил, а она не в курсе же, или как? Подожди, а как мне... Если у меня ноль... У меня ноль еды, правильно я понимаю? Как я тогда могу послать их за едой, если я не могу никого это самое? Я пока не сильно как-то поняла ситуацию. У меня ноль еды. Пища максимальная, у меня ноль. Как я могу? Ну, допустим, я не смогу, у меня недостаточно построек. Как мне взять еду? Сложно, сложно. Очень сложно. Очень долго, я скажу, сейчас будет это происходить, пока они еще вылупятся там. Да. Переполнены, боже мой, когда это они успели? Где еда? Идите, стройте.
А тут что? Хорошо, а вот здесь что не так? Тут стены вокруг. Что, почему не так? Не понимаю. Я не понимаю совсем ничего. Так, значит, нужно, наверное, отсюда. Ну, блин, а как? Лучше, наверное, вот отсюда и отсюда, да? И лучше всех разделить. Сделать по несколько... Ой. Как обустроить? Если мы все равно потом опять переедем, да? Через вот сколько? Что мы тут будем делать? Опять переселение. Возможно, последнее. Эта миссия откроет доступ к следующему уровню. Переселение. А, то есть нам осталось, грубо говоря, только вот это. А можно посмотреть... А что вот с этой стороны? Фронт. Так, ну я думаю, что можно начать... Давайте вначале сюда, вот так вот. Ну, так красиво сделать. Кого не хватает? Что ты сказал? Очков территории? В смысле очков территории? Это что? Ну? Мне же сказали, что вся моя территория, вот эти 150, или это вот это 0? Нет, это, ну, это... А что тогда вот это? 7 из 150 популяции. Вам не кажется, или в моем старом муравейнике было как-то побольше места? Я ни черта не понимаю в этой игре. А это сколько стоит? Это просто кошмар. 150 еды. Это реально какая-то жесть. 150 еды за одного чела, за одного. У меня всего вмещается сюда 150 еды. Это как вообще называется? Как?
Вы не носите, что ли, яйца сюда, придурки? Да хотя бы последнего дотыкну. 150 еды. Я до своей до конца жизни буду их собирать, честное слово. А почему? Ну сколько у меня было территорий всего? Вот сколько у меня было всего территорий? Я думала, это вот... Я бы сказала... Тут еще не взяли. Блин, их 11 человек, они где вообще все? Все, они всю еду собрали. Молодцы какие. Наконец-то. Ну, в общем, вот, вот так вот у нас быстро и безболезненно почти прошел второй эксперимент. Мы пережили переселение и, как бы, вот такое, как сказать, разочарование, не знаю. Просто пройди все эти уровни еще раз. Просто, ну, как бы, если тебе просто игра понравилась, ты можешь просто в нее задротить дальше. У тебя там есть... Точнее, как это? Пройди опять все карты, которые были до этого. Сделай, возможно, последний эксперимент. Потом опять зачем-то переселись. Ну, вот здесь вот, возможно, будут новые карты. Да? И будет еще раз последний эксперимент. И будет еще что-то. Возможно, там опять пройди все карты, которые ты прошел до этого. И такой, типа, ну, хз, хз. Не знаю, может быть, я за кадром все это пройду, может, нет. Ну, потому что это реально тухло сидеть, просто опять на это все смотреть. Не знаю, как бы. Я подумаю, я посмотрю, я по это самое... пообмозгую это действие, ну, потому что это реально какой-то бред. 410. Это когда произошло? Это что случилось? Я не поняла, почему стало 410, было уже 150. Может, я и это делать могу? Нет. Тут же было 150, или я куда? Ну, было же 150. Я пересмотрю, я обязательно пересмотрю, что случилось. Там реально, я 410 смотрела как 150? А, я сюда смотрела 150. Боже мой, я вообще не вдупляю, что происходит. Ладно. Вот так вот все это самое. Что я говорю-то? А, ты пока подписывайся на канал, ставь лайк, комментарии пиши, что вообще происходит. Спасибо, что смотришь на моем канале, смотришь мои видосы, а мы встретимся в следующей серии. Пока.